Всем здорово, здорово. Ребят, сегодня кто заходил на стримчик, стримчика не было. Взял, решил выходной. Нет, решил взять выходной, так правильней. Хочу съездить купить стоечку для микрофона, там по оформлению немножко разобраться, ну, как и говорил. И плюс есть еще одна хорошая новость. Наконец-то мы с Караваем рольнули победителей. Те, кто победил, уже знают об этом. Те, кто не знает о том, кто победил, узнают. Да. Так что так, такие дела. Здравия желаю, ребята. Буквально через 20 минут на моем YouTube-канале выйдет вот этот вот видеоматериал, который будет называться «Мой первый кабриолет». Это обзор и тест-драйв на мой первый кабриолет. Поэтому, ребят, ждите. Не забудьте поставить лайкусик. Ёбаный сыр, бля. Здорово! По фасту рассказываю, как поднять немного скинчиков на сайте kscraft.net. Закидываем деньги на счет, идем играть сначала на крафтер, а потом на роллскинс. Крутые скинчики выводим. Но пока вы не пошли закидывать деньги на счет, в описании будет ссылка на бонус. 5% к вашему депозиту. Уточню, ссылка в описании. Здравия желаю, ребята. Полковник Бустеренко на связи. У меня есть для вас отличная новость, ребята. 3 июля в 16:00 по Москве мы открываем совместно с Majestic RP свой сервер в GTA 5. Ребят, это их 4-й сервер. Я вас всех жду, ребят, на открытии этого замечательного, волшебного, просто превосходного сервера. Ребят, будем делать контент, будем, блядь, просто вытворять там грязюку жесткую, ребята. Там будет реально пиздец. Ну там будет в то же время, блядь, настоящий РП. Там будет большой РП, блядь. Большие роли. Ребят, я всех жду, ожидаю. Обязательно залетай. Не забудьте, 3 июля в 16:00, а по промокоду Booster, ребят, вы получите просто охуительные бонусы, реально балдежные. Чуть позже я расскажу вам, что это за бонусы. Вот, ребят, и 3 числа не забывайте, что у меня открытие сервера по GTA, будет стрим, блядь, будем, блядь, заполонять город, блядь. Строго. А когда ты последний раз вообще наярил? Интересно. Ты вопрос задаешь. Чё, чё, проблема? А, у Вадиш день рождения? А, нет, не у Вадиш. Не-не-не, завтра у Илюхи. Сегодня в 00:00 нужно. Бля, я это пиздец, да. Не надо ему подарок купить, я ему в Москве подарок, да. Я хочу что-то необычное, чтобы он охуел, сказал, ебать ты долбоёб, братишка. Надо просто подумать, что ему подарить. Можете вариантов накидать. Бустер, ты любишь маму, бля, братан, вообще настолько риторический вопрос, блядь. Может, кстати, реально гилду подарить по приколу, бля. Просто пенис, чтобы он его, блядь, чуть пригубил на вкус, хотя бы попробовал, блядь. Он постоянно стесняется, когда я свою волыну достаю, блядь. Ну, свой член, блядь. У Exile, да, ребят, у Exile днюха будет. Я надеюсь, он хорошо ее отпразднует, блядь, вместе с нами, как говорится. Ну, со мной-то мы точно ее отпразднуем, так сказать, задним числом, блядь. Это прям вот, ну, это очевидно, ребят. Он еще из Каролины будет Москву приезжать. Думаю, очень круто время проведем, блядь. Да сука, блядь! Заебало, блядь! Шаболда, блядь, лысая, блядь. Ребят, ну день рождения же не у Каролины, блядь. Пишут вибратор Каролине, блядь. Не-не, ребят, надо Илюхе что-то дарить. Я думаю, что реально резиновый. Илюхе чисто вибратор подари. Ну я думаю, да, может, знаешь, типа и как раз показать ему, блядь, это. Илюх, ты что, на стриме, блядь? Да не-не-не. Пошел нахуй. Не, он реально на стриме. Пошел нахуй со стрима. Выйди со стрима нахуй. Гнида, блядь. Уйло, блядь. Я еще не день рождения, блядь, чтобы ты все заходил, блядь. Как будет день рождения, ты газа идешь, так пошел нахуй вообще. Блядь, вообще даже уединиться от человека нельзя. Постоянно, блядь, послушает, поднюхивает, блядь, пиздюк, сука. Да что ты Excel так, я вот не могу понять. Да я люблю же его, я люблю его хуй, блядь. Я люблю сосать его член, но сейчас он не нужен. Твой поменьше чуть-чуть. Почему? Я про размер. Да люблю так же. Долбоёб. Ой, поменьше просто по размеру, бля. Так же, ну, люблю-то я его так же, понятное дело. Мне вообще похуй, бля. Чел пишет, Катя тебе дрочат? Бля, обожаю такие сообщения чата писать. Питать точнее. Питать, бля, чат сообщения. И нахуй. Гоу наследие мировое господство, наследие. Посмотрим, братан. Я, блядь, сейчас... Мировое господство это охуенно играл. Я скажу так, я, ребят, я сейчас не поливаюсь ни у кого на стримах, не потому что я там ЧСВ или там, бля, звезду схлопотал, ебать. А просто потому что... Повышенная самооценка. Нет, повышенная, блядь, у меня, блядь, член, блядь, в твоем горле. Здорово, пацаны. Нет, я просто, я очень много гуляю. А, да? Я всячески пытаюсь, блядь. Я всячески гуляю. Ой, всячески пытаюсь погулять там везде, как каждая, блядь, попытка есть, блядь, возможность, блядь. Потому что нет дождя, блядь. То есть, когда мы сели на коронавирусе, блядь, когда там был снег, блядь, хуевая погода, я, естественно, блядь, постоянно гуляю, блядь. Потому что делать, в принципе, нехуй вообще. А тут такая погода, блядь. А в нашей стране это такая редкость, блядь. Сейчас есть реально возможность, блядь, встречаться туда-сюда, блядь. Ты хотел сказать, что ты ЧСВ, да? Не, братан, я хотел сказать, что при первой возможности я тебе, блядь, сгущенкой нахуй зубы, блядь, отбеливание буду делать, блядь. Кстати, ребят, хочу вам небольшой спойлер сделать. Мне подкинули охуенную идею, я ее обязательно реализую, ребят. Ждите, блядь, 7-го где-то вот так вот, 7 июля, примерно вот в этих числах, Рика и Морти, блядь, у меня на стриме, блядь. И сами думайте, о чем я, блядь. Сразу скажу, мультик мы смотреть не будем, блядь. Мультик мы смотреть не будем, блядь. Но ждите Рика и Морти, блядь. Не-не-не-не-не. И не Сыендук, ребят, и не Сыендук. Не-н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 е, ребят. Это никак не связано ни с рекламой, блядь, ни каких-то там новых гостей вы не увидите, блядь. Просто ждите, блядь. Не, гости будут, блядь, но не новые, вы их знаете, блядь. Просто ждите, ребята, блядь. Какого числа ждать? А, 7-го, наверное, ребят. Где-то вот так примерно. В этих числах. То есть 6-го строго день рождения, если все помните, ребят, кокосовое день рождения, блядь. Вечеринка у кокосовых пальм будет, блядь. И ты будет реально балдеж, блядь. Вот. Не озвучка, ребят. С озвучкой это никак не связано, блядь. Боди арт, да, боди арт, ебать, хуяку обрисую, дядь, просто пиздец, блядь, маркерами, блядь. Да!
Меня слышно? Ждем тебя на Тудрос, братан. Я уже сам хочу ворваться, блядь. Просто. Да все, пизда, короче. Берегите себя, блядь. Занимайтесь спортом, блядь. Занимайтесь сексом, блядь. Захотите, конечно. О, в этом, кстати, я мастер, если ты не знал. Просто, ребят, просто балдейте, блядь. Просто наслаждайтесь жизнью, блядь. Берегите свою маму, блядь. Как можно чаще говорите о том, что вы ее любите, блядь. Обнимайте ее, блядь. Просто без повода, ребят. Ни с того ни с сего. Подошел, сказал: мам, я тебя люблю. И все. Всего лишь 4 слова, ребят, но как сильно они поднимут настроение вашему близкому человеку, понимаете? Заставит его улыбнуться, блядь. Это реально охуенно, ребят. Говорите чаще, это говорите чаще, блядь. К сожалению, рано или поздно наступает момент жизни, когда возможности некоторым людям уже сказать такого нету, блядь. Поэтому цените время, блядь. Я полетел, ребят. С вами был большой член, блядь. Уебанский, блядь. Гнусный, блядь. Скудный, паскудный, блядь. Подзалупный, блядь. Вонючие, блядь. Яйца, ребят. До свидания. Завтра всех ожидаю на потоке, блядь. Бэ-бэ, мужики. От Леонтьева всем привет, рот его ебал.